К работе подключаются и волонтеры-медики. Они помогают с доставкой лекарств людям старше 60 лет, а также тем, кто находится на самоизоляции. Активисты городского оперативного штаба развозят и продуктовые наборы. Заявки нам поступают по горячей линии. Также мы помогаем и городскому штабу по развозке всех препаратов и городской больнице. И ковид, и 65+, и РВИ, грипп. Всем. И доставкой продуктов тоже мы занимаемся. В аптечной поликлинике волонтерам выдают выписанные врачами бесплатные медикаменты для пациентов с хроническими заболеваниями, больных коронавирусной инфекцией, а также для детей с признаками ОРВИ. Напомним, по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, тем, кто болеет респираторными заболеваниями, лекарства выдают бесплатно. По словам волонтеров, в день они выполняют по несколько десятков заказов. Доставка проходит со всеми мерами безопасности. Присоединиться к волонтерам городского оперативного штаба могут губкинцы старше 18 лет. Подробнее можно узнать по телефону 520-95 Управления по делам молодежи и туризму.